Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 142 на странице 52 рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маро. Найди площадь каждого прямоугольника. Вспоминаем, как найти площадь прямоугольника. Для этого нужно его длину умножить на ширину. Давайте посмотрим, какова равна ширина первого прямоугольника ABCD. Это 3 сантиметра. Если мы по клеточкам посчитаем второго, длина 4 сантиметра. Чтобы узнать площадь, нужно 3 умножить на 4. Получится 12 сантиметров квадратных площадь прямоугольника ABCDE. Переходим к второму прямоугольнику. Это квадрат, потому что у него и ширина 2 сантиметра, и длина 2 сантиметра. Чтобы узнать его площадь, нужно 2 умножить на 2. Получится 4 сантиметра квадратных площадь квадрата КОЕМ. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.